заводы военно-промышленного комплекса твердо стоят на ногах. Конечно, они требуют реконструкции, требуют серьезного вложения финансовых средств для переоснащения цехов этих заводов. Еще мы на сегодняшний день очень зависим от поставщиков из-за границы, и ближнего, и дальнего зарубежья. Это нас не устраивает. Я думаю, те средства, выделенные руководством нашего государства на перевооружение российской армии, будет достаточно и на то, чтобы развивать и свою элементную базу, и производить комплектующие для техники, которая сходит с конвейеров заводов города Брянской области. В целом я удовлетворен работой и с оптимизмом смотрю в будущее.